Североостинский госуниверситет присоединился к химико-фармацевтическому научно-образовательному кластеру. СОГУ стал первым непрофильным вузом, который участвует в этой программе. Координирует проект Петербургская химико-фармацевтическая академия. Документ об объединении образовательных, научных и технических ресурсов еще в мае подписали ректоры академии СОГУ Игорь Наркевич и Алан Огоев. А сегодня руководители образовательных учреждений обсудили детали будущего сотрудничества. Как отметил Алан Огоев, работа в этом кластере позволит нашему вузу расширить возможности в области доказательной фармации, а студентам даст возможность укреплять свои знания. Они смогут проходить практику в Санкт-Петербургской академии. Прежде всего, это, конечно, обмен образовательными программами, это разработка совместных научных проектов в области поиска и новых путей синтеза химических веществ и биотехнологии, и фармацевтических технологий. И вот сегодня мы как раз проводим встречу именно уже в стенах университета для того, чтобы конкретизировать вот те общие моменты, которые мы наметили в Петербурге.